В Ахинской библиотеке номер 13 подвели итоги фотоконкурса «В объективе книга». Конкурс проводился накануне Всероссийского дня библиотек. Изначально предполагалось выбирать лучших по трем номинациям – «Ребенок и книга», «Читающая семья», «Люблю читать». Но при оценке работ жюри приняло решение добавить еще одну номинацию – «С юмором о книге». Читатели библиотеки и жители города, нечасто посещающие храм книги, приняли активное участие в конкурсе и остались довольны. Здесь же сотрудники оформили необычную книжную выставку «Из чемодана», где представлены издания об удивительных уголках Сахалина и Курильских островов. Книги из этого чемодана рассказывают о чудесах природы нашей Сахалинской области. Это и мыс Елизаветы, Шуйский водопад, мыс Топчатый и многие другие уникальные чудеса природы. Необычное оформление привлекло внимание читателей, и многие заинтересовались представленными книгами. Кроме того, в течение нескольких недель сотрудники Ахинской библиотеки номер 13 проводили акцию «Читательская ленточка». Посетителям предлагались ленточки разного цвета. Их выбор помог определить, что же интересно современному читателю. Цель этой акции – это выявить предпочтения читателей в тематике чтения. Приняло более 100 читателей, взрослых и детей. Очень отрадно, что наши читатели, как взрослые, так и дети, любят читать не только детективы, фантастику, приключения, но и о животных, о растениях, сказки. Но самое отрадное, что здесь есть белые и голубые ленты, которые говорят о том, что есть читатели, которые любят читать и классику, и поэзию. К большому сожалению, сегодня все реже можно увидеть человека с книгой. Но интересные мероприятия, которые проводятся в городских библиотеках, привлекают внимание жителей города и возвращают читателей в храм книги.